Нравится, коллектив добродушный, в принципе, все устраивает. Жанала Бейбулова – терапевт Центральной районной больницы Акбулака. Сюда она приехала в нынешнем году по программе «Земский доктор». По этому же направлению прибыли еще два врача, потому с кадрами здесь проблем нет, укомплектованность хорошая. В 2011-м по программе «Модернизация здравоохранения» в больнице сделали ремонт. Капитально отремонтировали несколько помещений – детскую поликлинику, реанимацию, хирургическое и детское отделение. Теперь здесь красота. Заменили практически все. Замена всего оборудования, начиная от простейших, так называемых, горшочков, заканчивая оборудованием, которое необходимо в детском отделении. То есть замена всего инструментария, замена и коек, постельного белья и так далее. То есть полностью обновлено детское отделение. Депутат законодательного собрания Салим Челоян посмотрел ремонт, поговорил с пациентами больницы. Вывод – средства потрачены не зря. Но федеральных денег на всю больницу не хватило. Вот терапевтическое отделение пока в старом виде. Нужно подумать и выделить средства на ремонт и на медицинское оборудование. На сегодняшний день не все лечебные учреждения попали вот под модернизацию по приобретению оборудования. Естественно, мы сейчас слабые наши места будем уточнять еще раз. Необходимое оборудование, и на следующий год, естественно, в бюджете будут заложены деньги на оборудование и на высокотехнологическую помощь, чтобы ее оснастить как положено. Ну и на мелкие вот такие необходимые от 200 до 300 тысяч оборудование, которое главному врачу необходимо иметь для работы. Поддержка нужна точечная, адресная, потому депутаты ЗАГСОБа обязательно объедут все больницы, чтобы узнать, где и что необходимо. Деньги из бюджета области выделяют большие, главное их потратить с толком. Так в Акбулаке одна из насущных проблем – жилье для врачей. Наверное, в бюджете области для сельских районов, дотационных районов Оренбургской области мы надеемся на то, что будут выделены дополнительные средства на приобретение жилья. Проблема депутатам услышана, а значит, предстоит большая работа. Юрий Мишенин, Виктор Горшенев. Наше время. Акбулак.